Поехали. Резонанс. Выйдите наружу с помощью коммуникатора, определите, откуда доносится голос девочки. Ага, это что? БТР Мебиус, арбалет. Страж. Арбалет? Пошли за арбалетом. О, сестра! Что за... Что это было? Тут тоже, да, будет сестра? Кресло. Что за херня? Нас телепортирует маяк? Какого черта? Эй, выпустите меня! Детектив Кастелланос. Какая приятная неожиданность. С возвращением. Снова вы? Как вы сюда попали? Я могу задать вам тот же вопрос. В любом случае, приятно заглянуть в знакомые глаза. Даже если эти глаза слишком много повидали. У вас усталый вид, детектив. Надеюсь, я смогу вернуть вас в норму. Как-то это двузначно, да, звучит? Совсем как раньше. Улучшим свой мозг. Здоровье, бой. Пробивайте на должность ближнего и владение огнестрельным оружием. Скрытность, восстановление, атлетизм. Навыки стойкости и ловкости. Бегаем мы, конечно, вообще как просто задохлики. Начнем давай со здоровья. Да, то... Ага, начали. Восстановление. Вот, уменьшает дрожание прицела при себе. Ну, это скорее актуальнее на джойстике, когда играешь, а не на клаву мыши. С другой стороны, без этого мы не сможем ничего другого большего улучшить. Уменьшает отдачу, атаки ближнего боя. Ну, давай. Не можем мы с пустыми руками уйти, обидеть девушку. Киска нам ничего не хочет дать? Не, слайды мы не нашли больше, поэтому смотреть нам нечего. Ну, поехали. Убежище у Нила. Ага. Давай, давай, лови сигнал. Ладно. Посмотрим, смогу ли я поймать нужный сигнал. Т.
Так, смотри, два сигнала, да? О, засечь давай-ка. Крышка, их слишком много. Хватит ныть, Джеймс. Мы бывали в переделках и похлеще. Там живые? Мы лучше вооружены. Или будем, когда доберемся до припасов. Пошли. Это и есть сигнал, о котором говорил Анил. А это что? Довольно далеко. Но другого пути нет. Боже, надеюсь, это Лили. Ну, не, я предлагаю сначала пойти не по сюжету, а там же Арбали. Что за нах? Это просто прекрасно. Это теперь еще больше напоминает Silent Hill. Прям точь-в-точь. Если так пойдет дальше, от Юниона скоро ничего не останется. Нужно найти тот сигнал. Арбалет. Необычный сигнал. Ну, значит, нам сюда. Слышишь, слышишь звук? Мой внутренний хомяк не просил бы мне, если бы я не попробовал все забрать. Сработает сигналка? Фак, фак. Пойдет туда? Давай, иди сюда. Сейчас какой-нибудь второй вообще сбоку подойдет. Не, не хочет. А, он пытается. Пытается, но не может. Оповещение о врагах. Когда вас замечает враг, появляется значок... Короче, глаза, да? Когда враг убеждается в вашем присутствии, глаз полностью открывается. Когда враг подозревает в вашем присутствии, из-за поднятого шума появляется значок. Ага, хорошо. Это такой подозрительный, да? Подозрительный тип. А у этого братью не топор. Мы сможем топорик забрать потом его? Минус. Смотри, можно. Если вы взяли топорик, то он временно заменит боенож. Им можно убить какого-то из врагов, но он сломается после первого же использования. Топорики можно найти в Юнине или забрать у врагов. Ну блин! Запал. Маленький запал блочного типа из электромонтажной коробки. С его помощью, к сожалению, нельзя починить сломанный электрощит. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Каких? Надо будет посмотреть. Ну да, прыгать мы, естественно, не умеем. Да ладно, мы в помоечке можем поковыряться. Шикарно. Патронов немного, патронов. Чё, смотри, чё их так много-то там?
А еще я вижу одного коктейль Молотова в руках. Присядь. Обратно смотри, сам не хочешь садиться. Давай-ка по стелсу. Хотя, надо вот так вот, наверное, да? Сука, смотри, не все пошли туда. Нет, куда? Ну, мне прямо. Один, два, три. Четыре, пять. Я вижу шестерых только снизу, вот возле машин. Седьмой вон там. И это вообще не гуд. Не гуд. Блин, заметит, не заметит. Блин, игра. Игра, короче, смотри, заставила их отступить сама. Он будет разворачиваться, нет? Уроды, блин. Давно я такого в руках не держал. И встал, главное, встал, конечно. Мы же теперь крутые, мы арбалет нашли. Арбалет страж. Так, правую кнопку мыши удерживать, левую кнопку мыши так прицелиться ввести. Ага, выстрелить. Смените болта. Арбалета. Большая часть болтов арбалета страж при стрельбе по поверхности действует как неконтактные минусы. Себастьян не будет активировать неконтактные мины. Если выстрелить из арбалета в стену, появится растяжка, которая другим своим концом прикрепится к какой-либо поверхности напротив стены. Ну круто. Электроболт. Понятно, это по ходу дела разберемся. Это все. Пожалуйста, Себастьян, присядь. Охренительно. Ёпту. Так, давай-ка попробуем вот так вот сделать, раз уж игра сама намекает на это. Ну, блин, нет, это не серьезно. Не серьезно, господа. Ну и ладно. В следующий раз. Упс. А получится его отсюда убить? Походу нет. Ну-ка, отвернись. Ладно, давайте его спалим нахер. Сейчас он отвернется. Смотри у него как нас. Главное, чтобы он сдох, а не оглушился там. Наверное, все-таки... Нет. Ну, спасибо, игра! Че, больше никто не пошел? Гарпунный болт. Этот болт преобразить пронзает врагов. Гарпунные болты выстреливают беззвучно, что крайне удобно в определенных ситуациях. И никто меня не спалил больше. Тьф.
Тьфу ты, ё-моё. Тьфу на тебя. Ёлки-палки. Ты смотри, там мир вообще наоборот. Мы как будто в зазеркалье. Не спрашиваю, почему я зазеркалье вспомнил. Просто вспомнил. Наверное, потому что с зеркалом тут это все связано. Все, все, он устал. Все. Ну давай, ничего, ничего, Себастьян, отдохни. А это что? Необычный сигнал. Значит, пошли туда. Ну, как уже и так, да, понятно, ты видишь, да, то, что тут он особо не боец. И тут такое двоякое, да, чувствую, вроде и надо пострелять, как бы это кач, все дела, а с другой стороны, не хочется, с другой стороны, не хочется совсем. Спасибо, игра, спасибо. Где сигнал-то? А, сигнал здесь. Так, погодь, уже этот черт был. Да, смотри, идет, идет сюда. Блин, у него топорик. Топорик я бы заходил. Ух, бля. Что это такое? Их слишком много. Хватит ныть, Джеймс. Мы бывали в переделках похлеще. Не нужно подойти. Или будем, когда доберемся до припад. Сейчас заметит, сейчас спалюсь. Сука, спалился. Убери, убери это говно. Нет, в целом-то я повоевать не против. Просто с патронами голяк. Вообще, в принципе, в начале игры совсем голяк. Хотя я не знаю, как тут будет дальше. Нет. Правильно, отходишь, собака, да? Отходи, ну отходи. Зассал. Ха, ты видел, да, как он посмотрел на это дерьмо, подумал, да ну нах. Ну чё, пошумим? Мне кажется, я знаю, что можно попробовать сделать. Блин, я не хочу просто тратить пулю. Я хочу потратить пулю на двоих. Ну-ка, давайте-ка соединитесь друг с другом, ребята. И. Блин. Косямба. Мало, да? Мало, бро. Говно. А, сука, вот. Ах так. Охренеть. Что-то особо, ну, ножом не получается, да? Все, пиздец.
Ладно, я понял. На рожон так лезть не стоит. Я не так крут, как думал. Это очень плохая новость. Я бы сказал, даже отвратительная. Я, по-моему, спалился, да? Блядь! Ага-га! Пиздец мне! Короче, нет, давай-ка это. А, блин, если же мы будем перезагружаться. Не, сейчас вывезу. Я вывезу это дерьмо. Давай, иди сюда, говно. Раз уж я потратился. Смотри, он дебил, он не видит. О, что там? Что там такое? Что? Что? Иди сюда. В расход. Давай, вкалывай, давай. Хорошо, сразу стало. С этих все? Нет, смотри, не все забрал. Да-да, с патронами голяк, я понимаю. Ну а что делать? Ну как бы тупых живых-то оставлять. Да, и Себастьян настолько не хочет, смотри, перезаряжаться вот только в таком положении, на взведенном пистолете. Ну как бы зато зеленый гель, да? А то вариант прокачаться. Один? Если он один, то мы сейчас по стелсу его загасим. Че, давай-ка, друг, ты обратно вернешься. Давай-давай, иди сюда. Себастьян очень... Не-не-не-не-не, не с той стороны. Себастьян очень медленный, блин. Такой медленный, зараза. Да все, давай, пора обратно. Мне кажется, я не успею. Один, два. Он, видишь, он две стороны смотрит. Успел. Ух! Охренительно. Убить его, чтобы самому чуть-чуть обгореть. Там какой-то... Это баби. Тут еще кто-то ходит? Порох, порох. Хорошо. Ну. Хватит ныть, Джеймс. А что с этим делать-то, ну? Слишком много. Хватит ныть, Джеймс. Мы бывали в переделках похлеще. И мы лучше вооружены. Или будем, когда доберемся до припасов. Пошли. Ну. Нам крышка. Что-то он не хочет с этим взаимодействовать как-то. Ну-ка, может, в настройках сейчас они, надо глянуть.
А, ну спасибо. Меню инвентаря, укрытие. Вот. Скрытное убийство, прицеление, взять коммуникатор на G, ну это понятно. Фонарь, инвентаря, меню коммуникатора на таб. Может на таб? Нет. Их слишком много. Хватит ныть, Джеймс. Мы бывали в переделках и похоже. Блин, что-то мне это не нравится, ни хрена. Взять коммуникатор. Да нет, ну все. Укрытие, ускорение, атака. Ну-ка, может тут что есть? Узнайте о резонансе Мёбиуса. Что-то мы, походу, ни хрена не умеем еще узнавать резонанс Мёбиуса. Это не есть хорошо. Их слишком много. Ты смотри. Связи с Мёбиусом нет. Мы потеряли контакт. Я объявляю ситуацию Альфа-1. А до этого бил. Ребята, что это было? В любом случае, похоже, они были здесь. Но куда они делись? А? Что-нибудь новенькое есть? Ну давай только не в другой конец карты. Еще один? Сигналы. Ага. Уверен, что хочу с этими встречаться. Судя по разговору, они сорвали. Где это вообще? Лист катушек. Хотя оружие лишним не будет. Конечно. Так, максимально направо, прямо. Тут убежище, значит, еще одна. Сюда нам нужно залили. Ну, нормально, нормально. Это что? Гвозди. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Прекрасно. Это же просто превосходно, да, зритель? Заткнись нахер. Надеюсь, он тут был один. Я патронами не богат. Че снимали-то? Прекрасно. Не его рука, кстати, смотри. А че, где обладатель ручки-то? Что это? Подсумок. Это значит улучшение. А как это? На карте никак не отмечалось. Блин, ну пошли в другой конец города. Можно как-нибудь? Нельзя. Ну ладно. Размечтался, да, еще типа точки ставить. Ух, блин, это что за на... Это... Вот это уже очень плохо. Вот говно. Ты фотограф, меня уже откровенно достал. Я не против геля получить, но... И с твоими же ловушками. Тихо, тихо. Спокойно. Да выруби ты этот фонарик, мы только палимся с ним. Глупый Себастьян. Блин, ну почему с ноги? Ну почему... Еще улучшение?
патроны. Блин, жалко, что не улучшение. Есть что еще тут? Это что? Металлическая трубка. Кусок стальной трубы со следами ржавчины на концах. В качестве дубины не очень удобен. И вообще, у вас же есть стволы. Логично. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Это, мне кажется, тоже такая отсылка, да, к Silent Hill? Типа, там же стальной трубой можно драться, хотя есть стволы. Вообще, игра любит Silent Hill отсылки делать. И это хорошо. Люблю Silent Hill. Очень не хватает мощи пистолета. Прям капец. А тут что не хватает? Гарпунный болт. Это что? Это мощность? Да, урон. Да, вот этого не хватает. Хорош. Вообще очень хорошо. Создать, наверное, ничего толкового не... Блин, патроны. Жаба как душит. Хотя порох. Порох есть. Давай. 6 патронов создадим. Все нормально. Ну вот, если сейчас дичь какая-нибудь не побежит, я даже удивлюсь. Нет, чисто. Слышишь, да, что-то ходит, тут рыгает. Кстати, да, наверху же, наверху была. Давай его загасим. По-тихому. Кровожадная тварь. Спать. Блин, не на ту нажал. Еле... Прям в спину ей, короче, уперся. Еще бы чуть-чуть и спалило бы. Ну, потому что я докоснулся до нее. Так, и просто прямо, да? Давай, вот не будем туда углубляться. Вот что меня реально напрягает, так это кусты. То есть, ну, не только же я могу в кустах тут прятаться, правильно? Оп. Я же сказал. Вообще у меня такое предчувствие, что количество, ну так как это открытая зона, количество монстров тут будет только увеличиваться. Поэтому, ну по мере сюжета, может сложность будет еще увеличиваться. Надо поэтому сейчас вначале побольше пособирать. Не, чисто. Не спалиться бы. Вот в этом доме. Да, прям здесь? А, за стеной. Ох, блин, не на ту нажал. Ну давай, сейчас попадем. Не надо думать, что я такой кривой, кривопальцы, раз нажимаю постоянно на те кнопки на клавиатуре. Может быть, только чуть-чуть. Вроде чисто. Чем взяли? 5 патронов. По-тихому, по-тихому, бро. Что это? Дымный порох. Этот порошок при взаимодействии с огнем дает облако дыма. Мы тут дымовые гранаты будем делать. Хозяева. Хозяева. Где вы? Он вроде чисто. Никто не моется. Так, погодь, там же было слово открыть. Что можно было открыть? О, даже заметил. Это вот уже очень хорошо.
Значит, ей, видимо, не особо хорошо, да? Пусто. Блин, вот даже вот не знаю, что-то не пролезть, да, не хочет лезть. Все, готов? Я нет. Ты ведь знаешь, как с компьютера открыть туда доступ? Ты ведь знаешь, как с компьютера открыть туда доступ? Что, а ты со мной не идешь? Нет времени. Я двину в автомастерскую. Но они не двигаются. Так только как диалог. Вот суки, да? Их проще прикончить сейчас, до того, как они превратились в чудовищ. Хорошая идея. Какая извращенная логика. Так. Подвал. А что у нас тут? ПК. Блин, судя по этим компам, ну это, конечно, дичь вообще. Отправиться в сеть арсенал. Еще мне, я не понял, какого черта фризы в игре у меня. Компьютер еще работает. Реально до сих пор не понимаю, какого хрена фризы. О, это уже посовременнее. Он такой, знаешь, как заправский киношный хакер. Нажимает на все кнопки, а вот что выйдет. Ну, ты же видел наверняка, вот особенно в американских фильмах такие хакеры сидят. Да и в российских то же самое. Такие давят на все клавиши, а на экране ни черта не происходит, но потом такой: да, блин, я взломал. Не особо похоже на какую-то сейф-зону. Хотя я рассчитывал то, что это будет. Тут ничего нельзя открыть, взять. Трава. Трава — это хорошо. Можно и лекарство сделать, и скурить. Опаньки. Что-то мне подсказывает то, что это, ну, не просто какая-то... Ну, нелегкое говно, короче. Ты смотри, как хреново. Ладно. Что за нахер? Смотри, она не только так мирно ходит. Давай, блин, ты встанешь куда-нибудь. Собака. А я в тени, ты видишь? Я в тени. Успокойся. Блин, ну успокойся, я ж хочу... Походу игра забаговала, да? Видишь? Да. На, сука, на, давай, иди сюда. Блин, 6 патронов всего. Сука! Ой, блин, все, мне пиздец. Н-
Блин, все патроны на нее потратил. Пересрал, потратил все патроны. Ух, ни хрена, 1200 гелий это туда дали. Говно этот, короче, подарочный пистолет, полное говно. Нахрен его. В ящиках ничего нельзя взять? Нет. Я такую бабу убил. Блин, топора еще не было, как назло. Вот у меня очень хреновое предчувствие, что она не одна тут была, а очень зря. Надо было больше патронов делать на верстаке. Не, надо по стелсу. Ты видишь, она, блин, забаговала, сука. Не хотела успокаиваться. Какое-то мурло кровожадное. Хрена он его там мурыжит. Давай, успокойся уже. Интересно, он так бесконечно будет его грызть? Не буду это проверять. Хорош, все, успокойся, успокойся, спать давай. Тут я ничего не упустил. Блин, у меня, короче, хреновое предчувствие насчет нее, я прав? А, да, я был прав, блядь! Сука! Че, не видишь меня? Не видишь меня, мразь? Я сейчас натерпелся, да? Отвернись, пожалуйста, или успокойся, я не знаю. А, на! Давай прям... Правильно, давай. Вот так вот. Это ж так прекрасно, когда у тебя нет патронов. Просто превосходно. Что нужно сделать? Выстроить их в одну линию? О. Просто я не знаю, для кого это делают? Такой взлом. Спасибо, спасибо, спасибо. Перезарядись, пожалуйста, перезарядись, Себастьян. Не будь таким Себастьяном. Что здесь у нас? О, да. О, да. Вот дробовик в таких играх вообще это must have. Возьму. Такой возьму. Кому ты одолжение сделал? В жопу этот пистолет. Полное говно. Кустарное изготовление. А мне сейчас, ну, дробовика-то что-нибудь. Три патрона. Где они такие обоймы-то для дробовика видели? Всего по три обойма. По три патрона. Спасибо. Идем дальше. Сломанные электрощиты можно запитать, выстрелив в них из арбалета электроболтом. А, ну хорошо, что я их не тратил. А, ну... Мы тут были. Ха-ха-ха!
Чё, близнецы? Двое из ларца одинаковых с лица. Пожалуйста, не иди сюда, урод. Давай, давай, кругаль, а. Блин, и корешево идет, главное. Если честно, я не настроен на них тратить патроны от дробовика, просто потому что у меня с патронами тут вообще какая-то задница. Давай, иди сюда. Ах ты, сука! Я думал, они не умеют открывать двери! Как в Resident Evil, короче. Они умеют открывать двери. Почему вы умеете открывать двери, вы уроды? Пидоры, пидоры. Прости, извините. Я просто не ожидал, что они смогут открывать двери. Он в Resident Evil как был, хорошо. Дверь закрыл, и все. Он, короче, как немощный ребенок. А мечется там, мечется, что-то не может ничего сделать. Верстак был с той стороны. Деревица седые. Надо точно атлетизм, походу, у Себастьяна улучшать. Мне не нравится, что он так мало может бегать. Долго еще? Я думаю, это некая замена загрузки, да? Сидор Авеню, 322. Да, тут лежала она. Блядь, ну почему? Ну почему игра постоянно это делает со мной? Понесла такая добыча, да? Нормально получилось. Так, погодь, пока мы эту мочили, там уже второй, да, пришел жрать. Давай, давай, Себастьянушка, давай. И топорик получили. И зеленый гель получили. Кстати, походу, два топорика одновременно нельзя будет нести. И кто не понял, то нельзя будет Себастьяном управлять. Ой, в смысле управлять. Ладно, забей, что тут.
Верстак далековато. Но я думаю, тут точно будет верстак. Теперь надо пройти обратно. Прямо, до необычного сигнала. Видишь, видишь, там улучшение. Я практически на 100% уверен. Чё за нахер? Я в жопе, да? А он и сейчас все увидел. Блин, ну всего забрызгал. А теперь... Ты что думаешь, собака, я позволю тебе встать? Мразотина. Топчи его! Слава богу. И какой же голяк с патронами, да? И все это ради чего? Ради пороха. Не, даже это на 4, да, это на 5, вот так вот и хорошо. Так вот хорошо. Боже, прости мне мои грехи. Я, наверное, зря сюда пошел с тремя патронами. Боже, прости меня. О, Господи, умоляю. Я согрешил, но только не это. Падре. Пожалуйста, умоляю, Господи, прости меня. Здрасте. Боже, прости меня. Все нормально? Боже, Боже, прости меня. Боже, Боже, умоляю тебя. Это что за нахер? Это они так перевоплощаются? Давай, падра, мы же оба знаем, что ты захочешь встать. Вставай, падра. Да, блин. Смотри, какая удача. Что происходит? Как так вообще? Что это был за нахер? Я не понял, почему я сейчас умер. Вообще, что-то... Он меня просто схватил и убил. Ладно, пошли патронов чуть больше сделаем. Да, на верстаке и вернемся.
Запчасти. Понятно, но это наше задание. Помойка. И у Зати теперь уже точно можно подкачаться. Блин, ну... А, чё, багажник нельзя проверить? Жаль. Как можно не проверять багажник? У меня в багажнике полно всякого говна. Очень нужного. О, 5. Блин, ну терпимо. У меня 91. Давай 3 в запасе возьмем. Давай обойму одну сделаем. Не, давай 2. Вроде пороха еще остается нормально. Гарпун и болт. Давай, обязательно. И шприц. А, я еще перебираю харчами. Я думаю, 1, 2, 3 сделать. Хотя всего на 1. Огневую мощь. Вам не хватает следующего. Да, много деталей не хватает. Я что-то... Что-то я подохренел. Да? Сказала мне игра. Вы не можете надолго расстаться со мной, да? Ну да, да, ты такая. Ключики я еще не нашел. Но это как в первой части. Только тут мы сидим сразу прикованными. Давай-ка, на здоровье. Максимальный показатель шкалы здоровья. Давай, я потом... вот, тут я вообще без скрытности страдаю, приходилось быть меньше, ведь врагам будет сложнее вас обнаружить. Давай. Позволяет проводить скрытные убийства из-за угла. Шум от ваших шагов будет еще меньше, врагам еще сложнее будет вас обнаружить. Позволяет быстрее перерегаться, пригнувшись. Вот это вот. Ну, атлетизм пока потерпим. Что делать? Пока потерпим. Прям скрытности не хватает. Как все дорого стоит. Особо так и не разбежишься, да? Не качнешь персонажа на изи.